Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым биткоин-буксом, где мы будем просматривать рекламку и тем самым зарабатывать биткоин Сатоши. Называется Faucet Coin Wall. Регистрация там наипростейшая. Прописываем логин, имейл, пароль. Логин должен быть не менее 10 символов. И при регистрации указываем кошелек биткоин, адрес, привязанный к Faucet Pay или к Faucet Crypto. Так, это я сказала по поводу регистрации. Теперь давайте покажу вам кабинет. Ну вот, опускаемся чуть ниже. Здесь выбрать язык. Выбираем русский, я поставила. Это наша домашняя страничка. У меня 21 сатоша доступна для вывода. Это офервал доход. Ссылка прибыль. Доход от рефералов. Мой иск. Общий иск. Это, я так понимаю, вывод будет. И здесь наша статистика. Также есть мобильное приложение, здесь почитайте. Можно нажать, чтобы скачать на Android. Далее здесь показывается текущий IP-адрес, ну, флаг, откуда вы. Находится партнерская ссылочка сразу. Вот. Далее что? Зарабатывать. На чем я здесь буду зарабатывать? Сюда я, друзья, не полезу. Сами просмотрите. Так, стена предложений также я не пойду. Я не люблю вот это. Я буду зарабатывать. Так. ПТС. Значит, вот здесь оплачиваемые, ну, вот, серфинг. Оплачиваемые ссылки. Здесь вот нам дают по 5 сатошиков. Загрузится. Вот я здесь немножко просмотрела. Мы нажимаем сюда. Нас перебрасывает на страничку. Я отключила несколько расширений, чтобы не мешало. И вот здесь обратите внимание, в правом верхнем углу вот плохо видно, идет, вот сейчас пойдет, вот видите кружочек, отсчет времени сейчас пойдет. 20 секунд. Придется подождать. Сейчас загрузится. И вот идет секунда, отсчет времени. Подождем немножечко. Так. Идем. Ну, пропало что-то. Да. Перезагружать. Что-то я не того сделала. Придется так ждать, потому что переходить нельзя. И я ставила на паузу. Вот у меня не получилось. Вот идет отчет времени. Подождем тогда немножечко. Вообще, как я поняла, этот бокс предлагает нам работать на браузере Браво. Одна секунда. Нажимаем на синюю вкладочку. Появляется такое окошечко. Нажимаем. И вот такая, друзья, у нас капча. Пропускаем. Пропускаем. Здесь пропускаем. Так, самолет. Следующий, видите, опять пропускаю. Самолет. Проверить. Нажимаем на красную вкладочку. Загружается страничка. Все, зелененьким загорелось. Нам зачет. Переходим, эту вкладочку мы закрываем. И так,
МТС. И вот клик свал еще. Тоже можно зарабатывать. Вот клик свал сейчас. Вот здесь по 6 сатошиков. Можно вот 7 сатошиков. Нажимаем, нас опять перебрасывает на страничку. Ищем вот здесь вот такой вот значок. Выбираем, кликаем. Загружается шкала. И все, ок. Нам зачет. Таким вот образом зарабатываем. Еще здесь, друзья, так, обзоры тоже я не лезу. Видео. Выбираем видео YouTube. Также здесь по 5, вот 4-5 сатошиков. 5, 10, ну, прилично так вот видео. И видео просматриваем, я уже не буду видео. Кликаем и просматриваем 30 секунд. У нас загорается зелененьким о том, что мы просмотрели. Так, игры, здесь операции, снять со счета, друзья. Самое важное для нас. Значит, смотрите, здесь и можно выводить на свой кошелек непосредственно, на биткоин кошелек, от 10 тысяч биткоин сатошиков. На экспресс крипто 1000 биткоин сатошиков, и на Faucet Pay также 1000 биткоин сатошиков. У меня сейчас доступно 32 биткоин сатоши. Значит, здесь мы выбираем прямой кошелек. Выбираем, какой вы хотите. Я буду на Faucet Crypto. Сюда мы вводим количество. И, как я поняла, 5% они берут. Разгадываем капчу, снять со счета. Будет что выводить. Естественно, буду писать видеообзор по выводу денежных средств. Вот, вот такой вот бокс. Так что при регистрации указываем кошелек, привязанный к экспресс крипту или к Faucet Pay. Так, рекламу сейчас закрою. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!